Пошел лайф. Вот я сбросил случайно. Но у меня лодинг сейчас видео. Ну, сейчас пойдет. Ну я бы тебя рерол все-таки. Ну конечно, если вообще говно на геймбой такой выпадет, так. На всякий будет случай. Квест. Ghost and Goblins. Серьезно, Ghost and Goblins? Да. Ну не знаю, на геймбой, наверное, он полайтовее, чем на NES. Не знаю, все посмотрю. Да, это тебе что. А, так это гаргульи. Ну, Ghost and Goblins. Да это хрень, гаргульи-то это нормально. Я на Сеге проходил, на Genesis. Я думал, просто Ghost and Goblins, это еще вообще было бы. Гаргульи-то это по мультику. Там, причем, по-моему, уровне 6 всего, если это дженсисская версия. Немного в духе RPG. Короче, вид сверху такая. Что такое? И мульт скачаю. Не, есть доплойки третий. Даже этот. Game Boy. В смысле? Ну, это эмулятор, наверное. Ну, доплойки третий. Ну, официально-то его нет, это, наверное, прошиты только плойки, типа, закачки. Ну, вообще, просто говорю. Потому что так в PSN там только PS1 и PS2 и все. Что-то как-то не посмотрю на Кулхарда, у него все время одни горы он проезжает. И тот же круг. Кавказ один из восьми. В смысле, один из пяти и одно из восьмого места. Одно и то же вообще, не знаю, уже, наверное, час играет. Да уже поболее, что-то, может, полтора уже. Сезон мне прислали. Вот в первом сезоне тоже там, я точно видел в серии про хамелеона, там куски звука так, обрывались. Так, дашборд сменить. Причем самое что забавное, что именно на DVD, на Jetix'е там звук есть. Ну да, кстати, на DVD нет. Же самое. Вообще интересно. Так, сейчас. Блин, мне бы ссылку на этот дашборд. Скрин. Туда не добавил. Лотрон. На ЛН первом вроде не приезжает. Ничего не получил. Написал Санек Михайлов. Не, ну говорю, на Genesis она была немного кривенькая, но такая игра ничего. Гаргульи? Гаргульи, да. Но по мультику там более, наверное, по идее, тоже по мультику. Музыку потише на просе. Ну да, у меня же это... На каждый микс уже свой. Да, стоп. Че, я не повязался, что ли? Все видно там. Да, титры идут какие-то. Destroy just when everyone. Кстати, так, такой же черт. Только ты что-то сейчас отодвинул, как-то половина стола. Ну да, я тебе говорю. Ему сдвинул, а кто-то не сразу сдвинул. Ну вот сейчас нормально вообще. Ты фулл захватил без, даже без верхней полосы. Все. Again, три точки. Или все-таки книга... А, нет, все-таки.
и Гаргули. Не, на Genesis вообще с видом сбоку было, это точно не то. Как это Зельда. Ты знаешь, да, такой... Какое-то, типа, дополнение в Ghost & Goblins. Это вот как раз на чёрта играешь. Ну, сложно понять, что тут красный или не красный, а музыка не слышит. Нет, музыка самая. Ну, а почему-то назвали Гаргульи. Ну, типа, за Гаргульи играешь, не за принца. А, ну... А, ну вот сейчас, да, похоже, это вышло на боковой экран. Ну, это интересно, я такой не видел игры. Ghost & Goblins то видел. Давай, проходи. Потому что я бы на твоем месте как раз рерол сэкономил на Game Gear на всякий случай. На ГБА, в принципе, нормальный. Может, сейчас еще и нормально будет все. Я думал, именно Гаргульи по мультику будут. Не, я сначала понял, что Гаргульи, потом Ghost & Goblins меня уже это осторожило. Не, ну так прикольно вроде шняга. И полегче вроде, чем Ghost & Goblins. Ну, это вроде улучшение еще будет, сто пудов. Ну, вот это да. Ты знаешь, как Гаргулья вернулась мстить тому рыцарю. Не удивлюсь, если последний босс он будет. Смешно будет. Там смешно, если тут контов даже нет. Ну, система пароли есть. Ты уж проиграл, что ли? Угу. У меня еще где-то между шипов летишь. А, вот сейчас, да, проиграл. А, возвращает меня в это... Обратно куда-то в склеп, что ли. Ну там, наверное, по уровню или каким-то по головам будет. Чё-то вот у нас Ghost & Goblins сразу прибавился 5-5 человек. Сколько? Ну, было, по-моему, 16, сейчас 21 стал. Чем интересно стало? Ходу, да. Да, конечно, оттуда делать всё пройдёт. Ну да, мне кажется, тоже переключаю. Ты, по-моему, видишь, вечер, по-любому, знаешь, сейчас ты не стримишь. Ну или просто там кто-нибудь спит, у них автоматически комп включается, там мышку задевает, в спящий режим выходит. Прибавляет за зрителей. Сразу так, от одного, что опять появилось. Ну, а там одновременно, не знаю, где-нибудь землетрясение, мышку задели. У всего города. Вообще, хоть кто-нибудь был в чате, кроме Гальонкина? Галыгина, блин, чушай, все репутаю. Да, был.
Ну, Киви, по-моему, не было, Жара Блайнда не было вроде. Ну, я имею в виду в голосе именно. А, в голосе не было. Ну, Бурмат, по-моему, это было все. А, ну, Бурмат, он, да, был. Ну, просто, да, у него было все. Все дело было сегодня. И то, вот тут Галыгин где-то полтора часа побыл и ушел. Ну, он что-то щельно все переролил и забил. Ну, я же предложил уже продолжить. Не, я думал, именно он как ты там все 22 платформы хочешь начать, а он сеговский именно захотел. Ну, он так, время потянуть, сделать, пока, ну, стримеры ждали. Да, и до сих пор пробуждали. До сих пор ждем. Да мне можно, кажется, Керзу забил. Ну, подождем еще пару дней, что дисквалифицируем. Все вообще не появится, нигде ничего слышно не будет. Ну вот дом на RPG, связал все. Да, у него либо RPG сейчас на 9 часов, либо рерол опять плюс час будет уже будет не 2 часа, а 3. 40 там, по-моему. Надо еще 5-го опять где-то выловить, который да. Завалекс FX или как там его. У него там это тоже, по-моему, 4 часа. Да он один раз только постримил, 4-5 когда сделал и все. Ну да, у них там X-Men, чё-то. Я уже не понял, кроме X-Men как раз. Последний у него вот этот как раз Star Gate был. Помню. Остальные две игры хрен знает. Нет, он вот тоже такой X-Men сейчас. X-Men на первый, Star Gate как раз последние были. Вот между ними что было, не помню. Никому так не повезло, как мне сразу за ним всё отнести. Ну, тебе повезло сначала, вот это было бы хорошо. Ну, а что там? Ну, главное, что добил в рекордное время. Другой, это все отдых хороший. Ну, опять же, мне кажется, просто никто не будет добивать. Так, не факт, может, тебе кто-нибудь теперь плюнет, там, кто-нибудь на 50 часов будет. Ну, да, мне-то это понятно. Уже ж этот, Тавин. Какие-то рыбы странные, вроде не было в Ghosts'n Goblins. Ну это видишь, уже какая-то история горгульи этой. Мировой карты, к тому же, придачу. Как в Зельде. Ща, он еще не дошел до этого. Нет, ты только в дверь зашел. А, вот. Ну да, так, прикольно сделано. Не, ну если есть система пароль, то по идее, вот сейчас ты в следующий замок зайдешь, у тебя будет оттуда начинаться. Хотел что-то уровень ходить. Что там пасты были? Вчера вот на мальчике купил. Ой, я не знаю, что там про игрушки, мультики, что-то спорят. Я так включаю иногда. Может там типа что скажут, что сейчас откат или что-то типа этого. Ладно, давайте немножко. Это все равно Жарта выиграл, он уже закончил челленджки. На Кулхруду еще там две платформы, по-моему, минимум. У него вот плойка. Тем более он не все же вроде, а там две забил какие-то. У него вот она плойка и все четыре. И все у него. Да, у него раз по порядку, потому что он же идет как-то рандомно список. Разве? Да, 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 он голосование настроил ВКонтакте. Я думал, там, ну, по списку. Он, во-первых, не 12 платформ, а 10, по-моему, проходил с себя вот это. Во-вторых, он именно голосованием как-то странно устраивал. Ну, ботинка мощная у него вышла. Ну да. Ну такая, знаешь, смесь всего совсем. Финалка, все. О, пароль. И чилипа. Сейчас того создам по-бурому.
Что-то у меня ты еще говорит с кем-то, нет никакого пароля. А что за долго? А, вот. BZX4. PS себе. Видимо, у меня вообще бешеная задержка. Ну, может, кстати, у меня что? Настроить поезд. Сейчас отойду тогда. Я сейчас ходил за хлебом. Что, что я сижу дома, да? Не, знаешь, что я сейчас ходил в магазин.
банки. Сашка шагнул, открыл и холодом. Это тоже отвалилось. Так оно вечно на обои. We'll be right back.
Привет, чуваклёт.
все, спасибо.
стороны.
Oh.